Слушаю, дядя Хакы. Наши парни нашли этого подонка. Где он? Он ждет тебя на улице рядом с рынком. Смотри, не натвори глупостей. Хорошо, сынок? Хорошо, не волнуйся. Дай мне номер этих парней. Он внутри, брат. Брат, прости меня, ради бога. Я готов понести любое наказание. Рабом твоим буду. Ты этими руками измывался над сестрой? Этими руками, так? Этими руками! Перестань! Этими руками, а? Ты этими руками удерживал ее? Вставай, подлец! Какой же ты подонок, а? Какой же ты подонок! Какой же ты подонок! Мерзавец! Ты подлец! Брат, что ты делаешь? Ты же убьешь его. Его надо сдать в полицию. Начинаешь с тыльной стороны руки. Как хорошо пахнет! Нравится? Тогда возьми его себе. Я дарю тебе. Даришь? Да. Нельзя. Почему? Коркут рассердится. Нельзя! Брать чужие вещи. Эмине, он твой. Я же дарю его тебе. Коркут не будет тебя ругать. Ты мне нравишься. Ты тоже мне нравишься. Дядя, это ты пришел? Она что, твоя девушка? Ты выполнил домашнее задание? Скажи, дядя, она твоя девушка? По-моему, тебе надо подружиться с сестрой Джейлан. Да ну? А ты, значит, одобряешь? Да не в этом дело, дядя. Ты же сам знаешь. Знаю, знаю. Дядя? Что? А что такое любовь? Ты еще маленький. Не поймешь. Тебе и не надо понимать. А то сердце будет болеть. По-моему, любовь — это прекрасно. Прямо как сахарное яблоко. Это верно. После того, как ты его съешь, в руках остаются только семечки. Я не это имел в виду, дядя. А что тогда? Ты всегда думаешь о ней. Скучаешь по ней. Настоящие парни влюбляются в самых красивых девушек, дарят им цветы,
целуют их. А потом? А потом они женятся, но перед этим они должны подружиться. Сестра Джейлан красивая девушка. По-моему, тебе надо вскружить ей голову. Эй, ты что, уже так вырос, что вздумал учить меня, а? Ты учишь меня, как жить? Перестань. Ну-ка. Не уходи. Я пропаду без тебя. Я даже не знаю, как обращаться с сестрой. Ты нужна, Эмине. Ты же видела, как она испугалась сегодня. Ей очень нужна твоя помощь. Я понимаю. Но... Никаких «но». Завтра все обсудим. Сейчас вдвоем. А где будешь спать ты? А почему тебя это беспокоит? Ничего не беспокоит, просто спросила. Мы уже ночевали с тобой одну ночь вместе. В ту ночь ты спала, обняв меня. Что еще нужно? Тогда у меня не было выхода. Послушай, разве не ты мне говорила, что могу держать тебя за руку, когда я сказал тебе, что я твой друг? Так ведь? И что? А если я сейчас попрошу? Вы посмотрите на него, а? Хорошо, что ты напомнил мне про ту ночь. Ты вынудил меня впервые поцеловать тебя. А я до сих пор доверяю тебе. Все, выходи. Перестань, Джейлан. Коркут! Я сказала, выходи, я серьезно. Давай, выходи. Вон, вон отсюда, выходи. Мне некогда возиться с тобой. Спокойной ночи. Может, свежий воздух освежит тебе мозги? Опять он будет сниться мне всю ночь.
сахара. Насылки чек, не кадару заклажда. Дукун сам, кай бол самом лажда. Ирин йог насылоса дюньянда. Дур бир бак, илдызлара. Kadar uzaklarda dokunsam, sana yaklaşsam, yerim yok senin dünyanda. Yalnızlığın arkadaşım, bunu sen seçtin, sen istedin. Bunu sen seçtin, sen istedin. Nasıl desem, ne yapsam bilemem. Tutamam ki ben seni, sen istemeden. Kaybolsam yine uzaklarda. Yerim yok dünyada. Herkesin bildiği bir aşk hikayesi. Sonu farklı olmadı, aynı bizimkisi. Sen benden uzak, ben senden. Yerimiz yok bizim bu dünyada. Yerimiz yok bu dünyada. Доброе утро, глупышка. Ты что, так и не ложился? Почему ты здесь сидишь? Я же ночью выгнала тебя отсюда. Там было холодно. Таким, как ты, холод нипочем. Почему? Я что, не человек, что ли? Прости меня. Я не это имела в виду. Ах, глупышка. Перестань. Ладно, ладно, не обижайся. Сейчас поеду переодеваться. Надеюсь, ты не оставишь мою сестру одну. Не оставлю. Не переживай. Джейлан? А что, Джейлан ушла? Я здесь. Не ушла. Доброе утро.